А теперь новости спорта. Сразу трое спортсменов из Хасанского района приняли участие во втором этапе чемпионата и первенства Хабаровского края по мотокроссу. Кроме того, наши мотогонщики представили район на соревнованиях в честь 123-й годовщины образования города Дальнегорск. Второй этап чемпионата и первенства Хабаровского края по мотокроссу прошел 4 октября. Хасанский район представляли три спортсмена. Валерий Наумов в классе ветераны, Максим Усов в классе любителей и Юлия Наумова в классе 85 кубических сантиметров. Днем и ночью перед соревнованиями в Хабаровске шел сильный дождь. И трасса за заводом «Балтика» превратилась в густую кашу, по которой даже идти было очень трудно. Но у наших спортсменов не было выбора, так как, приехав за 800 с лишним километров, они были обязаны хотя бы попытаться выехать со старта. Отважные гонщики не только показали достойный старт, но и заняли призовые места. Валерий Наумов был лучшим в своем классе ветераны и по результатам двух заездов занял первое место. Юлия Наумова постаралась и также заняла первое место. Максиму Усову повезло меньше, он занял 7-е место в классе любителей, но у него все еще впереди. Он только начал выезжать за пределы Хасанского района и принимать участие в соревнованиях в других городах. В итоговой таблице Валерий Наумов на первом месте. Юлия Наумова на третьем, Максим Усов 12-й. За возможность поездки наши спортсмены выражают благодарность ООО «Уссури Сантехмонтаж» Ким Константину Геннадьевичу и еще одному предпринимателю из Славянки, который пожелал остаться неизвестным. В Дальнегорске участниками соревнований стали 35 спортсменов из Владивостока, Славянки, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. На соревнованиях присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Он сказал напутственные слова участникам соревнований с пожеланиями им удачи. Гонка была зрелищная и захватывающая. Много было острых моментов, но наши спортсмены справились и успешно финишировали в обоих заездах. Хоть и не получилось доехать до пьедестала, но в целом результат получился неплохой. Валерий Наумов по итогам двух заездов занял 4-е место. Юлия Наумова также заняла 4-е место в своем классе и получила приз зрительских симпатий из рук губернатора Олега Кожемяка.